Здравствуйте, зрители! Сегодня мы будем снимать свадьбу наших голубков Альберта и Лизы. Итак, начнем свадьбу. Альберт, берешь и ты Лизу замуж. Ой, Лизу. Берешь ли ты Лизу? Сейчас узнаем. Да, наш герой ответил да. Теперь спрашиваем Лизу. Лиза, будешь ли ты жениться на Альберте? Объявляю вас мужем и женой. Да будет гулянка! А, стоп. Вот как вы видите. У нас такое полусердечко получается. Ну, просто не хватает одного танка. Так. Ну, теперь начнем гулять. Сейчас первая полгулянка — это будет дрифт. Мы должны все дрифтовать, без исключений, даже на наша Лиза, которая недавно вот поженилась. Ну и наш жених Альберт тоже дрифтует и все остальное. Ну, поскольку Монтерас, это вы знаете его все, он задел жену Лизу, Альберта нашего. Ну и вот так. Все. Теперь начинается настоящая гулянка. Война. Лиза судья, возможно. Ну, а сейчас мы с Альбертом один на один. Ну, типа, всегда ж на свадьбе. Война и все остальное. Поэтому мы учимся вот так вот. Берем, нагибаем. Вот так. Хопа, хопа. Все, нагнул. Вот, видите, мы его вздрюкали. Так. Теперь Монтерас. Один на один против нашего жениха. О, у него викинг, тогда лучше я. Потому что по-любому Монтерас его убьет. У него хп больше, броня больше и так далее. Спрячьте невесту. Сейчас мы будем прятать нашу невесту. Сначала она должна... Где она? А, вот она. Так, вот. Сейчас мы должны будем запрятать нашу Лизу. Что она, кажется, сама хочет запрятаться. Ладно, вот она. А не, она едет в выпечку прятаться. Ну, вообще, мы должны ее прятать, но она хочет сама прятаться. Она спалилась, поскольку он смотрит. Ну, как вы видите, вот так вот. И вот, она часок выстрелов. Ну, он со смоки, они быстро проходят. 40 выстрелов он считает, да? Когда они будут, он ищет нашу жену. А жена, как вы видите, запряталась. Я ей сюда и планирую, я ей сюда и приглашал ее, чтобы она запряталась. Стоп, где она? А, вон она. Куда-то она уехала. Ну, сейчас узнаем, куда же. Итак, жених ищет свою невесту. Посмотрим за его успехом. Как вы видите, он уже полгода поехал. Сейчас неизвестно даже где он. Но наш Монтерас все стреляет и стреляет. Сейчас подыщем нашего голубка. А, как вы видите, все, он уже нашел ее. Ну вот. Вот так.
сейчас, возможно, будет какое-то еще продолжение. Посмотрим. Итак, еще раз драка. Только уже когда наш раунд закончится, потому что осталось пару секунд. Ну, как бы вот. Сюда есть. Вот. Ладно. Я ему еще больше снял дамаг. Вон, да, спереди. Вон, быстрее. Сейчас он возьмет еще одну аптеку. Так, вот сейчас время пойдет, и у нас будет, скажем так, дуэль. Я, Данил Забегайло. Это у меня такой ник против Альберта Байрамова. Лиза судья. Но, увы, поскольку время закончилось, сейчас мы еще раз попробуем. Это дуэль. Вот, смотрите. Начали мы. Сейчас мы начнем дуэль. Итак, вот у нас начнется дуэль. На счет 3 я стреляю. И он стреляет. Ну, как вы видите, я, поскольку поддаюсь, потому что он же жених, он должен типа свою жену защищать. И вот. Вуаля, как вы видите, типа он сильнее меня. Ну, скажу по секрету, главное, чтобы он не посмотрел вот это видео. И этот. Я ему вообще подвался, это увидели. Он даже не стрелял в меня, он все равно вот так помазал. Вот так брал, помазал. Это секрет. Молчим. Хотите, добавляйте меня, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Сейчас еще один дуэль. Монтерас против Альберта. Сейчас я попытаюсь нашего Монтераса поставить на колеса. Но поскольку он на Витюнге, это будет нелегко. Опа, опа. Сейчас. Сейчас все будет. Ну, не получилось. Сейчас попробуем еще раз. Альберт, Монтерас, он не доехал, скажем так. Вот. А я буду судья. И Лиза будет судья. Кстати, у кого, кто хочет пожениться в какой-либо игре, пишите в комментариях, пишите на моем канале и так далее. Например, вот, да, в следующий раз будет свадьба тоже в игре Warface. Ну, возможно, если там я найду какую-то парочку, я буду священником, я их поженю и так далее. А все, что следует, потом будет, уже будет решать или жена, или муж. Наша жена перевернулась. Все. Наша жена напилась, похоже. Она так написала, поскольку она с моста упала. Так, ну подождем. Все, начинает, да начнется бой. Но поскольку он викинг. Вот так берем сейчас нашего Монтераса, подбиваем. Поскольку. Опа, видали? Иногда бывает снаряд на этих танках онлайн. Что он падает? Прям под танк. Вот он, видите, у нас есть маленькая щелька. И вот так. Вот. Жена побила Монтерас. Жена молодец. Возможно, даже будет защищать своего мужа. Ну, и так далее. Ладно.